Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала и все, кто смотрит данное видео. Сегодня у нас на кратком обзоре новая серия аппаратов. Ну, как она новая относительно уже. Не первый месяц выпускают их. Но тем не менее. L3101 со встроенной заводской СНПЧ. Вот. Что хотелось бы сказать об этом аппарате. Значит, компания Epson идет по пути, конечно, удешевления своих аппаратов. Это явно чувствуется, это явно видно все-таки. Но и в то же время делает их достаточно компактными. Главное, что нужно понимать при покупке данного аппарата, с моей точки зрения, не претендую на истину в последней инстанции. Еще раз, ребята, сразу говорю, мое сугубо личное мнение. То есть человек, который не первый год занимается ремонтом этих аппаратов. Значит, аппарат предназначен, безусловно, прежде всего для дома. Очень часто берут эти аппараты для рабочих моментов. Вот, аппараты нагрузку не выдерживают. Так же, как, собственно говоря, многие аппараты серии XP, допустим. Вот, головки здесь идут те же самые, использованы серии L, серии XP. То есть это все те же самые головки. Вот. Соответственно, у них те же самые проблемы. Данный аппарат к нам пришел уже, как видно, по шлейфам, окрашенным в красный цвет, уже с разгерметизированной головкой. То есть уже пылит головка во все стороны красным. Как правило, это красный и синий. С приличным пробегом. Не посмотрел я, к сожалению, на отчет, сколько там он конкретно пробежал. Но судя по тому, как вытер шлейф, то есть, ну, прилично он пробежал, прямо скажем. Вот, то есть проблемы те же самые с головками у них, тут ничего нового. Изменили они, более компактным сделали, конечно же, его. Вот, для дома, в принципе, удобно. Из минусов, конечно же, хотелось бы отметить, это все те же ключи. Вот, от оригиналов, оригиналам нет баночек сюда, ключи не подходят, сразу могу сказать вам. Вот. Ну, скорее всего, шприцом там аккуратненько все это дело можно заправлять. То есть не обязательно покупать оригинальные баночки, если вы этого не хотите. Вот. Что касается памперса, доступ к памперсу тоже достаточно прост. Здесь откручиваете винт, и там находится емкость. Кто-то ставит туда просто пустую банку. Вот. Кто-то стирает эти памперсы. Тут уже на вкус и цвет все фломастеры разные, кому как удобно. Значит, принципиально изменилось, с моей точки зрения, еще тот момент, что захват здесь на бюджетной модели осуществляется по центру. То есть если там серии или предыдущие и серии XP ролик стоит с одной стороны, что частенько приводило к перекосам при печати, и он просто выплевывает лист, то здесь, по идее, такой проблемы уже быть не должно. Ну, честно говоря, по ощущениям и по пластику, вот кажется, что уже скоро микроны будут снимать этого пластика, лишь бы только сделать это подешевле. Значит, ну, кнопочки достаточно надежные, на ощущения хорошие, то есть это такой псевдосенсор, хотя по факту, конечно же, там обыкновенные кнопки. Цветная печать, цветное сканирование, то есть все, что для дома надо, в принципе, здесь имеется. Место занимает объективно немного и меньше, чем там серия XP та же самая или серия L, благодаря тому, что они краску расположили на мордочке достаточно, в принципе, удобно. Не могу сказать ничего плохого, по-моему, неплохой вариант для дома, но помните, как всегда, что, значит, если берете струйник, все-таки лучше печатать. Эти головки любят цветную печать. Не забывайте печатать регулярно, там раз в недельку что-то распечатывать, и будет вам счастье. Ну, собственно говоря, и все. То есть подключение у этого аппарата только по USB. То есть, ну, говорю, локально это такая маленькая машинка для дома. То есть модуля Wi-Fi в данной конкретной модели нету. Вот. Ну, в общем-то, иногда дома она и не особо нужна. Вот. Ну и, собственно говоря, все, наверное, что здесь можно сказать. Можно порекомендовать все-таки к покупке данный аппарат, хотя ценник все-таки немножко кусается.
Вот, но все равно аппарат в целом неплохой. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на канал. До скорой встречи!